Привет, друзья! Ну что, все расправились со своей морковкой? Все собрали? У меня вот еще осталось. Сегодня я решила копать. У нас, как видите, потеплело. Я сняла шапку, сняла джемпер и куртку. У нас тепло. Вот, морковка, правда, в этот раз не очень хорошая. В прошлый раз у меня была крупнее. В этот раз, ну, вот такая вот, а в основном мелочевка. Видимо, такой неудачный сорт, или, может быть, что-то не хватило ей. Может, не продергала я ее так достаточно, как надо было. Ну, в общем, итог вот такой. Поэтому большая часть этой морковки пойдет свиньям, скорее всего. Вот, нам достанется меньшая часть, то, что более-менее крупная. Вот, это морковка от семена в ней сок. Такая вот морковка минор. Ну, не знаю. Может быть, действительно я недоухаживала. Не знаю, не могу сказать. Потому что обычно в ней сок. В общем-то, такие хорошие семена. И огурцы у них мне нравятся. И помидоры такие, знаете, основательные. Вот, поэтому, думаю, наверное, все-таки в уходе дело. Ну, видно будет. Слушайте, ну вот для сравнения, морковь «Детский вкус» от Сидек. Вот смотрите, какие экземпляры, да? Ну, понятно, есть тоже и мелочевка вот такая, но тем не менее, гораздо лучше результат. Ее гораздо больше, тоже вот огромная. И вон та тоже большая. Еще есть у меня кучка. Вот тут вот жалко вот эту вот, я совсем прям ее разрубила, смотрите. Она настолько была глубоко, что просто даже не получилось ее выкопать нормально. Вот тоже огромная. Ну, смотрите. Конечно, не идет ни в какое сравнение. Вот эта морковь, я понимаю. Ее, как говорится, и чистить приятно, и копать приятно. И потом есть приятно.